Привет, братцы рыбаки! Наверняка многие из вас даже не догадываются, как может быть полезен кусочек кафельной плитки на рыбалке. Если вы не знаете, как его можно применить, сейчас я постараюсь закрыть этот пробел. Я вам объясню, что и как. Ну что, приступим. Времени это много не займет. Тонкий кафель очень легко режется стеклорезом, но мне это не нужно. У меня есть гриндер, я все буду делать на нем, а вы можете делать, как вам будет удобно. Хоть с помощью обычного наждачного круга. Для начала мне нужно будет отрезать пластинку шириной 2 сантиметра. Вот сделал такой вот запильчик. Теперь можно это спокойно в тисках отломить. И также на гриндере сейчас подравниваем. Вот такая вот заготовочка у меня получилась. Дальше нужно снять вот это вот рифление с внутренней стороны. Грубо говоря, выровнять поверхность до гладкого состояния. Если у вас есть болгарка и вот такой вот лепестковый круг, это делается очень быстро с помощью болгарки, но я также это все сделаю на гриндере. Как вы видите, прошло секунд 10 и ровная поверхность. Длина будущего инструмента будет 7 сантиметров. Сейчас вот здесь вот так вот отпилим. Теперь остается выровнять все края, немного их скруглить, чтобы не пораниться. Практически мой инструмент будет готов. Ну вот что получилось. Сделал две таких канавочки, одну подлиннее, одну покороче. Теперь с помощью обычного надфиля подровняю их и продолжим. Уже многие, наверное, догадались, что это получилось. Правило для крючков. Вот эти вот пропильчики я сделал. Сейчас привяжу сюда шнурочек, ну, чтобы не потерять, привязать куда-нибудь там к рюкзачку. Завязал тут сверху узелочек. Лишнее обрезаю. Так вот буквально за минуту можно сделать небольшой точильный камушек из обычного кусочка кафельной плитки. Ну и теперь, когда у вас всегда будет вот такой вот инструментик под рукой на рыбалке, вы всегда сможете подправить жало крючка, подточить, если оно затупилось. Это очень как бы легко делается с помощью вот этих вот канавок. Цепляется. Либо же подправить ножичек, что также очень легко. Теперь вам не надо с собой таскать какие-нибудь брусочки громоздкие. Такую штуковину можно бросить в рыболовный чемоданчик, либо куда-то прицепить как брелок. Так что, если кому-то это видео было полезным, пишите что-нибудь в комментариях. Такая вот нехитрая точилочка у меня получилась. Как говорится, дешево и сердито. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.